Материнский капитал в 2007 году останется на прежнем уровне. В правительстве страны приняли решение не индексировать эту меру социальной поддержки. Об этом в студии программы «Диалог» нам рассказала начальник управления Пенсионного фонда России в Сургуте Наталья Куксенко. Таким образом, за рождение второго и последующих детей в следующем году семьи получат 453 026 рублей. Последний раз материнский капитал индексировали в 2015 году. Тогда прибавка составила 7%. Напомню, что с этого года потратить эти средства можно не только на улучшение жилищных условий, образование ребенка и накопительную пенсию мамы, но и на приобретение средств реабилитации детей-инвалидов. Пока у нас нет ни одного обращения по данному виду направления. Как традиционно у нас семьи используют практически в 85% случаев на улучшение жилищных условий. Вот. А перечень документов, которые нужны по каждому из видов направления, они четко регламентированы. По четвертому направлению основной вид, это для детей-инвалидов, это нужна карта реабилитации ребенка-инвалида.